Я еще здесь что не до... ты не дотронулся. Ага. Это безысходность вообще, типа, что? Для, кстати, этого ролика вам нужно набрать будет 1000 лайков, чтоб следующий, как раз таки, выпуск на НИТ у нас уже был желанием. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем... Шо, пацаны, мы с вами записываем? Во-первых, как бы мы с Лёхой поздоровались. Всем привет! Вот, и, ребята, мы сейчас будем записывать рубрики. Да, вы меня давно просили на стримчиках под роликами, соответственно, комментарии писали. Ой, здрасте. Привет, привет. Вот, под роликами комментик писали, и, в общем-то, мы решили позаписывать. И это, ребята, у нас будет НИТ, найди и догони, тоже давненько я на свой канал ее не записывал. Как-то последний ролик был что-то год назад или два года назад, ты прикинь? Это вообще олдрубрика, блин, это просто жесть какая-то. Вадим говорит, сейчас будем записывать НИТ, типа, я такой... А что там делать надо? Да-да-да. Говорит, а еще кого-нибудь надо позвонить? Вообще вот. Ну это, короче, ребята, очень жестко. И поэтому возвращение у нас также будет эпичное. Первый, кстати, выпуск пилотный у нас, но он тоже будет сюрпризиком. А каким сюрпризиком? Все очень, ребят, просто. Для, кстати, этого ролика вам нужно набрать будет 1000 лайков, чтоб следующий, как раз таки, выпуск на НИТ у нас уже был желанием. Поэтому, ребят, все очень просто. Набирать 1000 лайков, следующий ролик, рубрику эту мы будем снимать на желанку, потому что под чай-чаем вы уже набрали нужное количество луксов, соответственно, ребята, этот ролик у нас скоро выйдет, и там будет все опять же с желанием, поэтому ожидайте. Вот, и с НИДом та же самая, ребят, байда, набираем косарик, и все будет круто. Так, ладно, давайте теперь раскидаемся на камень, ножницы, бумага, кто у нас кем будет, то есть догонять, давай, либо убегать. Давай, давай, на счет три, раз, два, три. Я что написал? Блин, засранец. Так, что будешь делать? Ну, слушай, мне кажется, убегать проще, я буду убегать. Ладно. Это засранец, а? Ну, просто, ребята, здесь опять же, давай заходим. Здесь очень много зависит. А у тебя карта исчезла? Блин, ладно, тогда я сейчас тебя приглашу и отвернусь. На стеночку, не буду так смотреть, где ты зареспишься. Вот, чтобы все по чесночку было. Где еще очень много чего зависит, как раз таки от того, что кто у нас выиграет камень, ножницы, бумага. На самом деле такая, знаешь, нестандартная рубрика. Вроде как и скиллуха у тебя должна быть. И еще зависит от того, как ты у нас зарешаешь в такой детской игре. Так, ладно, ты у нас уже зашел. Я, соответственно, еду тебя уже искать. Найти, давай. Найти и догнать Алексея. Так, Алексей, вы где у нас находитесь? Да ты не найдешь меня. Кстати, ребята, кстати, я у нас раньше очень довольно-таки неплохо играл эту рубрику, и, в общем-то, всегда здесь у нас практически затаскивал. Но, как вы, наверное, знаете, я ее не снимал уже больше 2 лет, соответственно... Опа, привет. Приветики. Алексей, куда вы поехали? А, нифига, ты что такой быстрый? Да нет, не нужно никуда ехать. Вот. Да блин, ты куда поехал? Нужно было в другую сторону поехать, там моя минка стояла. Что, совсем что ли с ума спятил? Я еду тут, мне тут нравится, тут так красиво. Ах, ты говнюк такой, ты у нас за нетрушечкой, да, он погнался. Я смотрю, такая блестит вся, я думаю, пойду возьму. Не-не-не, блестящий, это говорит для меня. Да ты что, у нас такой прям изворотливый? Не, вы посмотрите на него. Я вроде бы и так, и туда, и сюда, а он от меня прям убегает. Берет и убегает. Алексей, ты что у нас такое творишь? Что такое делаешь? Знаешь, в чем фишка заключается? Что ты сейчас у нас собираешь все нетрушки за странец такое, а мне сейчас нетрушки не остается. Я буду единственное. Ну что, наваляется, думаю, заберу. Да-да-да, что? О, здравствуйте. Я из компании. Да ты охренел! Я, блин, думал, что я сейчас поеду. Не-не-не-не. Алексей, остановитесь. Остановитесь, остановитесь, пожалуйста. Да ладно, Вадим, зачем тебе эта метра? Вот, смотри, какая красивая. Я такой, хватит меня троллить, Все, остановись. На одном месте стой, никуда не уезжай. Я тебя буду ждать, серьезно. Ну, блин, смотрите, какой засранец. До встречи, не надо. Ах ты, засранец такой. Не надо это говорить. Это очень опасные слова в последнее время стали. Поэтому нельзя так говорить. Нельзя такое исполнять. Вот, мы у нас... Ох ты, хрена! Опа! Блин, засранец такой. Как ты ее проехал? Я ее аж так поставил идеально. Ты, по идее, должен был там подорваться. Но, к сожалению, не подорвался. Опа, ты у меня, прикинь, врезался в текстурку. Не, я проехал вообще прям, знаешь, типа... Знаешь, на промзоне еще такая есть дырка? Вот, я недавно, короче, играл на... Опа! Приветики! Алексей, привет!
пластике. Нет, нет, я даже гантрайт не использовал. Как, какая там дырка, ты говоришь, есть на промзоне? Дырка, уже не важно. А, уже, короче, не важно. Так, ладно, первый раунд, ребят, за мной. Давай, заходим опять. Пригласить. У тебя что, опять карта пропала? Да, так, ладно. Не, ну я, ребята, буду по чесноку играть, то есть пока Алексей у нас не зайдет, я у нас не буду, соответственно, ни минки ставить, ни тариться. Ну, на самом деле, наврал, тариться я буду, потому что не затаришься, мне здесь будет плохо. Достаточно, Алексей, поэтому мы здесь что с тобой делаем, а? Алексей, что мы будем с тобой делать? Я даже не знаю, что с тобой мне нужно сделать, чтобы ты от меня отстал, а? А, Алексей... А ты уже тут? Нет. Привет. Нет. А уходи. А как у тебя вообще дела? Ну ты не, ну ты как бы... У меня нормально. Я просто расскажи, как у тебя... О, привет. Я могу долечиться, нет? Да, ты можешь долечиться, естественно, это не запрещено. Так, это, зима-лето, а где все хитрушки? О, хороший рез. О, серьезно? Да. Ты что меня троллируешь? А, ты хороший рез на другой стороне карты. Засрайся, такой, у меня чуть сердце колом не стало, серьезно. Не, ну а как? Так, не, Алексей, давай-ка, пожалуйста, без вот этих всяких психованных штучек, то что сейчас меня будешь догонять, как бы я буду от тебя убегать. Они такие, братан, психованные штучки, это дело довольно-таки серьезное, поэтому если ты не уверен в себе, то лучше не психовать лишний раз, потому что ну ты сам понимаешь, да? Так, да. Я тебя из виду потерял. Да я далеко. Далеко? Угу. Так. Страшно. Страшно, серьезно! Не молчи так! Я понял тебя! Я тебя понял, Алексей! Вон оно, оказывается, оно что делает, а? Вон он что у нас притворяется. Да, притворяется у нас каким-то мальчиком. На тебе, мальчик, такую штучку. Довольно-таки прикольно. Поэтому ну давай. Почему этот овердрайв сработал? Так жестко. А ну, чтобы ты не трухи не пылесосил. Не, я не трухи вообще не беру. То есть я их специально тебе оставляю на благое дело. Потому что, ну, если я буду их как бы забирать, это, ну, согласись, не очень. Просто... Тихо. Я, конечно, дотронулся, но я не дотронулся. Не, ты очень далеко от меня. Я типа, знаешь, прям тук-тук-тук-тук. Вот так ты подлагал меня. Я знаю такую тему, не, но у меня ты аж на два корпуса. Окей, сзади от меня, поэтому такое. Я понимаю, что у нас танки онлайн будут творить чудеса. Так. Поэтому я это все учитываю. Ну да, Вадим, тут уже все, да. Блин, ну ладно, дотронулся все-таки. Гам-гам такой! Там, знаешь, прям милипусечка такая была. Боже мой. Так, ладно. У меня же начинает жестко гореть. Я теперь вспомнил, знаешь, я начинаю вспоминать. Вот как мы записывали с тобой чай-чай, и так мы сейчас записываем с тобой нит. Я вот просто понимаю все вот эти вот эмоции, которые я начинал испытывать, когда ты в общество у нас заходишь и пытаешься что-то такое невообразимое сделать. И прям вот такие микро-моменты они решают. И самая-то фишка заключается в том, что я тебя не вижу. Да я далеко. Мне вообще нет на карте. Далеко, говоришь? Не, ну далеко это вообще не круто. Так, ладно, я тебя увидел. Я помню, короче, знаешь, мы играли раньше нит просто по фану. Ну, то есть собирались, как вот вместо как сейчас матчмейкинга, да? Мы просто собирались и играли нит. Да, кстати, ребята. Забывали, короче. Ну, так что было и такое, конечно, да. Да, были, так сказать, времена, когда у нас было все. Но потом придумали матчмейкинг и пошло что-то не так, да? Что-то не по плану у нас все-таки пошло. Так, Алексей, ты куда у меня поехала? Можешь остановиться на одну секундочку? Да не. На одну прям миллисекундочку. Не, ну серьезно, на одну миллисекундочку. Куда же поехать, Майдан? Я просто думаю, куда, понимаете, его поехать? Там вроде с одной стороны у нас Нетруха лежит, а с другой стороны как бы Лёха у нас стоит. И я немножко непонятка таких, знаешь, нахожусь. Нетрух лежит, Лёк стоит. БАМ! Я еще здесь что не дотронулся. Ага. Это безысходность вообще, типа... Что? Ты сейчас так заорал, я почему-то, знаешь, представил, какая-нибудь девочка сидит в туалете, и тут такая находишься, она такая...
Маничила. Почему? Не, типа хз, я такой, типа, все уже. Почему именно это первая ассоциация была? Не знаю, Вайнер, почему ты думаешь о девочках маленьких в туалете, честно? Не, ну почему о маленьких-то сразу? А там девочки было... Ты сам сказал, маленькие девочки. Ну а девочка бывает маленькая, и 18 лет бывает. Так все, мы три раунда сыграли, ты, получается, я просрал. Да, со счетом 2-1. Вот, на самом деле, знаешь... какая ситуация. Вот, я тебе специально так вначале говорил, что типа, да вот ты, блин, выбрал эту тему. Вот, потому что убегать это всегда сложнее. Вот серьезно, как бы. А я что-то думал, типа, что сейчас вообще буду наить. Я уже не помню, типа, я помню, что были какие-то тактики, кто там первее догоняет, то убегает, и там уже все, типа, ну, все, кирдык, считай, все решено, и там что-то там да. Убегать, может, зарешает. А тут, оказывается, так сложно, блин, убегать, реально. Да, поэтому вот я и говорил, что решает как раз таки то, когда ты у нас выбираешь, и поэтому всегда лучше выбирать догонялочки, чем убегать, потому что убежать, ну, в натуре это прям сложновать. Конечно, есть такие у нас прецеденты, и были такие ролики, но все-таки это у нас сложнее, даже не у меня всегда получалось в лучшие времена, а сейчас-то мы 2 года не играли, поэтому все печальненько прям. Ладно, ребят, в общем-то, вот такой ролик у нас получился, надеюсь, он вам понравился и поднял настроение. Если это так, обязательно ставьте свои лайки, также не забывайте подписываться на мой канал, на канал Лехи Биг Танц, также подписывайтесь, ставьте нам лукасы, пишите комментарии, нажимайте там на колокольчики, все, короче, это делайте. Ну, а я говорю, пока-пока. Пока.